Привет всем! Вас приветствует канал StepTop. Живу в Литве, и вот что у нас за окном творится. Ни одной снежинки мы в этом году не видели. Весь январь оказался теплым, средняя температура держалась плюс 4, а были дни и плюс 7, плюс 8. Окажется, что в детстве зимы были настоящие. Снег был, и на коньках постоянно я выходила во двор покататься по лужам застывшим. Санки тоже каждый день использовала. И по городку возили родители в санках. И сама ходила на горку кататься. А в детсаду снеговиков трехэтажных лепили. Ну вот, и куда все это делось? А о детстве речь зашла, вот и стишок Самуила Маршака на ум пришел. Открываем календарь, начинается январь. В январе, много снега во дворе. Снег на крыше, на крылечке, солнце в небе голубом. В нашем доме топят печки, в небо вроде как дым идет столбом. А столбом идет дым, потому что ветра нет. Вот это идеальная зима, описана в стишке. Минус 20, много снега и никакого ветра. И что, распрощались уже с январем, представляете, начинаем февраль. Совсем короткий месяц будет, и до весны рукой подать. Пишите, как у вас погода. В январе хоть удалось снег увидеть. Оставайтесь на связи. Увидимся завтра. Пока.